Друзья, вот рядом со мной находится Марина. Чуть ближе держи так вот микрофон, что ты. Мы с Мариной уже знакомы, можно сказать, с февраля месяца. Мы познакомились, мы пошли на Plitz Fashion Week, и там Марина была моделью, а я там впервые был, фото-видео снимал. Вот, даже эту штуку снял. Ладно, не страшно. Вот, и тогда у нас было первое интервью. Сейчас мы сделаем второе интервью спустя вот много месяцев. В тот момент можешь держать чуть выше. Вот так, да, хорошо. Марина имела где-то 1000 подписчиков на Инстаграме. Сейчас у нее 13 тысяч подписчиков. Марина тогда была как бы известной моделью по украинским понятиям, но начинающей по американским, нью-йоркским понятиям. Сейчас она достаточно раскрученная модель, и я имею за честь и тогда с ней работать, и сейчас. А расскажи про свой journey, вот как по-русски, как бы вот как у тебя получилось за такой небольшой промежуток времени так резко подняться, что ты такое делаешь классное? Ну, в принципе, все about passion. То есть мне просто нравится этим заниматься. Я просто продолжаю это делать. Я хожу на разные кастинги. Давай я буду держать лучше микрофон. Okay. Так будет. Да. Знакомлюсь с разными дизайнерами, то есть новые связи, новые знакомства, каждое новое шоу – это новые люди интересные, это фотографы. Ну, смотри, есть масса моделей, я знаю очень много моделей, как ты знаешь, и ты в 11 раз увеличила своих почитателей за эти меньше чем полгода, считай, да? Это не дождь? Нет, это просто салют. Салют. А вот что ты такого сделала, чего другие, ты думаешь, модели не делают? Почему ты была тогда красивая, ты сейчас красивая? Как бы что изменилось? Что? Ну, не знаю, наверное, как бы я больше лучше тренируешься, ходишь лучше. Да, то есть я делаю много лучше. Фотосессий, то есть на этом я тренируюсь, набираюсь опыта. С каждой фотосессией это больше опыта, это как бы новые позы, что-то новое. Более раскрепощаешься, привыкаешь к этому. То есть чем больше фотосессий ты делаешь, тем Что растет твой аккаунт больше всего? Знаменитые фотографы, знаменитые дизайнеры, известные какие-то большие шоу. Что больше всего работает для роста? Я думаю, для меня лично один из таких ключевых моментов – это рыжие волосы. Не, ну у тебя и тогда были рыжие волосы, и сейчас рыжие волосы. Но вот что из того, что ты делаешь, меняет ситуацию? Сейчас у тебя длиннее волосы, чем тогда мы снимали, и может это помогает. Наверное, уровень просто растешь, снимаешься в более раскрученных шоу, больше знакомств. Каждый знакомый – это опять-таки подписчики. Uh-huh. Например, ты работаешь, один фотограф тебя приглашает, у него много подписчиков. Вы делали тебе фотосессию, я отмечаю его, он отмечает меня. Это like people are connecting. Uh-huh. И таким образом, наверное, растут подписчики. То есть каждое новое шоу, в одном шоу может быть 10 дизайнеров, масса фотографов. Каждый отметит тебя, и это уже новые подписчики. Потому что люди видят, которые подписаны на фотографы, они видят фотографии, cool, давай я зайду, посмотрю, что там. Они заходят, смотрят, подписываются. Uh-huh. Есть модели, очень много разных моделей. Мы знакомимся on the fashion show. Вот мы с тобой, когда ехали сюда, ты говорил о том, что девушки еще издалека видят себе подобных моделей. Да, это, кстати, тоже. Вот на каждый кастинг я прихожу, у меня постоянно какие-то... Мы подписываемся друг на друга. Еще до того, как ты не пришла, люди говорят, ты где кастинг, куда надо идти? Да, то есть я иду по улице, даже не на каблуках, я просто там черная футболка, джинсы, все, я иду туда, на пути. Подходят мальчики, модели, девочки, они такие, you're going to the casting, а где кастинг? То есть, они уже издалека узнают, мы друг друга сразу видим, мне кажется. Окей, рыбак рыбака видит издалека. И потом, на тех же самых кастингах у меня есть знакомые модели, у них по 50 тысяч подписчиков, по 100 тысяч подписчиков. И когда они тагают, это помогает. Да, они тагают, мы снимаем вместе какой-нибудь селфи, видео, вместе совместный шут, и потом они отмечают, и больше подписчиков, дизайнеры добавляются, они начинают писать.
давай сделаем фотосессию, давай сделаем шоу. Мы делаем что-то, опять-таки, у дизайнера. А вот скажи, вот какие у тебя есть вот ключевые моменты? Вот ты делаешь сейчас неделя моды. Ближе подойди к микрофону, чтобы я за тобой не бегал. Ты делаешь лукбук, ты какие-то фэшн-шоу ты делаешь. То есть, вот, расскажи, как с тобой можно работать, какие возможности ты предоставляешь. Работает по-разному. Есть фэшн-шоу, где, допустим, совместно будут работать много дизайнеров. И также отдельно дизайнеры. То есть у меня есть знакомый дизайнер, у которого он делает свои, например, шоу. То есть чисто он никого больше не хочет, и он делает свое шоу very, like, очень on the high level. Очень на высоком уровне. И вот он, допустим, он меня уже знает, то есть я даже не должна приходить на кастинг. Он просто говорит, ты будешь в моем шоу дальше. Понятно. Друзья, напомни еще свой инстаграм. NYC_Fox. Если хотите забукать Марину, наверное, можете с ней связаться. У нее в инстаграме хорошие фотки есть. Спасибо.